Международная практическая школа «Тренды и традиции в оперативной проктологии. Версия 5.0» проходила 16-18 декабря в Институте скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Это очередное мероприятие в рамках набирающего популярности, постоянно расширяющего свою программу образовательного проекта «Проктофест». Уникальное мероприятие, каждый доклад, который настолько актуален, насколько это требует современности. Два дня непрерывного обучения. Живое общение со спикерами, интересные доклады и прекрасные лекции. Все, что нужно для современного обучения колопроктологии. Плотные доклады, очень много информации, посвященной разным темам. Это как общая проктология, так и онкопроктология, так и проктопсихология, диагностика. Появление среди участников профессионального форума колопроктологов-психолога – одна из его новаций. Сегодня я здесь рассказывала докторам, колопроктологам, потрясающим врачам, которых я очень люблю, о том, как и что влияет на развитие их личного бренда, как важно обращать внимание на ту структуру в коммуникации с пациентом на приеме и после приема, которая есть сейчас, и что можно поменять. Организаторы Международной практической школы «Тренды и традиции в оперативной проктологии», Российское общество эндоскопических хирургов, Ассоциация колопроктологов России, Международная школа практической хирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения Москвы и Первый медицинский канал.